пока солнце еще не зашло. Всем привет! Зацените видок. International подходит к своей финальной стадии. Полуфиналы были сегодня, завтра полуфинал, финалы нижней сетки и финалы верхней сетки, гранд-финал. В нижней сетке у нас будет играть Liquid и Secret. Это Пупей, Матумба Мэн, невероятная встреча, гранд-финале Тундра. Кто бы мог подумать. Они уже обеспечили себе второе место. Только Европа осталась у нас на The International. А я говорил о том, что Европа оказалась очень слабой. Нет, вообще-то очень нет. Все, Китай вылетел, Астер вылетели. Давайте смотреть, что там произошло. Liquid и Астер. Бруда и Марси у Liquid. Зато у Астер лишь рак. И с ноги оформляет просто First Blood. Я не знаю, этого героя нельзя отдавать совершенно. И почему он до сих пор находится в пике? Вопрос. Астер отлично с Андерлордом перемещались, делали вот эти мувы в портал. Лишрак тпшился на базу, ему открывали портал, он возвращался. На 12-й минуте замечательный переворот от Liquid, как бы не доминировали Астер. В Инсейне неприятности, обстрел продолжается. Инсейне на развороте бросает свой ультимейт. Пытается отбиться, но он не совсем хорошо сработал. Забирают, по крайней мере, Кристал Мейден. Микки под ДД, пытается драться. Потом Мэн рядом, на разгоне, потом Мэн. Хороший стан. Очень быстро забирает Моней. Бобока не может справиться с Микки, погибая в процессе. Отличная игра от Бокси. Микки вообще в какой-то невероятной форме. Вот такие вот станы по двоим. Как он это делает? Я не понимаю. Он достоин. Астер пытались что-то сделать на первой карте. Бокси на Марсе, не Пуси. Врывается, включает ультимейт и разносит. Умирает, байбекается и снова разносит. На второй карте пунш от Ори на миду в финалах. Ну как это вообще? Только на этом самом непредсказуемом интернешнале. Я, кстати, финалы завтра буду комментировать. Ссылка в описании, пожалуйста, посмотрите и придите на Twitch. Будем вместе сидеть, комментировать финал. Возможно, у меня собаки во дворе. Возможно, у меня там будут гости, очень приятные и знакомые вам. Коэффициенты были за 2-0 в сторону Liquid, но Ори сделал в этот раз хорошего, замечательного пуджа. И хуки были хорошие не только от него, а от Матумба Мэна в лице Морфа тоже были хорошие хуки. Смотрите, кто к нам пришел. Но Матумба Мэн на Морфе не такой сильный, как тот же даже Ятора. Здесь мне уже кажется, что все, Марси в пике не будет. И на третьей карте у Матумба Мэна спросили, на ком бы он хотел сыграть свою последнюю игру на The International, если она будет последней. Он ответил на Найтсталкере. И чтобы вы понимали, у Астер пик-то на позднюю игру там Тракса, а у Liquid непредсказуемая Лина. Она может и в миде, по идее, это вторая позиция в мидгейме, очень сильная, да? Все разъедал, сюда заходит Сианский Клод, он погибнет так. Первым. Матумба уже... Ой, как Зайд вкатывается под двоим, неплохо! Еще раз прокатывается, разворачивается, Матумба Мэн выходит вперед. Бессилие. Под Лотусом, уничтожает Бобоку. Бобока ничего не смог нажать. И еще контролят, и еще убивают. Матумба Мэн врывается. Байбек от Астера, они втроем остаются, но этого не хватает никак. Бокси, хотя бы его убить пытаются. Как они выиграли эту игру? Это какой-то непредсказуемый интернешнл. У Матумба Мэна в конце аж руки трясутся. Это было видно. Secret против Тундры. ОД у Тундры на ласпик ничего не напоминает вам? Как Team Secret вылетели с интернешнл? Но здесь это сработало. Это было натренено. Тундра прям отдают карты в руки Пупею, говорят, пикай что хочешь, вот непонятная Мирана, зачем она здесь на ФП, делай что знаешь, делай что умеешь. В итоге Нага в комбинации с ОД, с этими астралами, Тундра просто включали сон, отходили, перегруппировывались и кайтили замечательно. Первая карта за ними. До конца идти за ОД, пытается найти слайд офис. Ниша, БКБ, телепорт. Ниша заканчивается, БКБ. Не успевает. Телепорт, есть Гекс. Его будут забирать. Трон, тем временем, под атакой от крипов. Эмбер Спирит, Таск имеют байбеки. Эти байбеки, скорее всего, придется нажимать. Уже нажимал дизраптор. Трон на половину КП. Тундра будут возвращаться. У них остался Эгис, у них остался рефрешер. Или аккуратно можно забрать бараки. Это тоже хорошая идея сделать. Мега крипов, синий прыгает дальше. Вот он кристаллит. Форсит байбек с Эмбер Спирита. Таска тоже. Прыгнуть и убить Тини, наказать, попробовать, Тини может это сделать. Тини, тут так форстаф, и нужен астрал, нет, астрал ему не дают. Там кристаллит пытался вставать арену, ему не дали это сделать. Это просто очередной астрал, который все ему заруинил. И со скитером драться 1-1, а помочь ему скитер выбирается отсюда. Есть шанс, сведет, как же быстро он рассыпается, ему тоже нужно нажимать байбек. Возвращается обратно, два героя команды Тундра, хотя драться до последнего. И сыграть под Сонгову Сайрен, ты посмотри, вот здесь прыгнут или не прыгнут. А вот они через кекс быстро убьют Таска, послепая. Таск, выбирает, Таск, акция прыгает дальше, и вот по всем, блин, двойной. Они уничтожают все.
всех. Эмберспирит погиб, Байбека нет. Магнус нажали вместе с Манки Кингом, у МК и у Магнуса имеется. Есть, конечно же, их уникультимейт. Нужно зажать РП, двоих прыгнуть, поддержать Кристаллис. Тосом сбивают арену. Ему дают Хекс, ему дают Астрал. Никаких кнопок, мою смену кричит Найн. Резолюшн понял, что уже влетел на беспомощь своих тиммейтов. Забирает МК. Без Байбека 4 героя. Вторая карта. Перформанс от Резолюшна. Тироблейд не мог сделать ничего. И он ни разу не сватнулся. Вот так вот Резолюшн станет. Это террор, и террор здесь не нажмет Сандра. В этот раз у него не получается. Найн затоптал все-таки мидера команды Secret. Дальше пытается сделать топ-аут под БКБ, и БКБ не заканчивается до того момента, как он докастовал этот телепорт. Сакса тоже здесь, видимо, не остановится. И, кстати, все карты вот эти финала последние, там чуть ли не в каждой карте было по рампейджу. Зайн Аниксия. Просто эти станы, это не станы, это ревейджи. Просто гениальный игрок. Но очень жаль, что на третьей карте у Secret не пошло. У Тундры реально очень крутой пик. Энигма, Тини, Тускар, и на 26-й минуте Тундра уже заходит на хайграунд, Пупей дает один скилл, умирает, байбекается, тпшится и снова умирает. Наблюдать такую картину, ну... Снова зайцы будут убивать, если у байбек есть, надо нажимать. Но что они будут делать? Что они будут делать? Трасса после байбека, ЦМ-ка прыгает, гад далеко, телепорт, делает 4 секунды, ставь шансов, Пупей после бая. Это рейдж дайбэк получился, резон, что разворачивает Старбрейкер, но ему слишком сложно. У него нет пока метров секунды, стану погибает. У него тоже есть, конечно, выкуп, нужно его тратить. Снова рассказы, снова попытка сражаться. Вот он ультимейт, спрыгиваем сверху, помочь кого-то забрать лоу дебэк, коллектив Тундер, но они почему-то не умирают. Но Срапиры, раз, пострелять кого-нибудь. Нет, нет, урона маловато. Блэкгол его, Срапиры, закончить здесь все мучения коллектива Secret. Но не все потеряно. Завтра финал нижней сетки. Ликвид, Secret, Матумба, Пупей. Не знаю, ставить ли на эти карты, но если делать ставки, то ставки на... Нет, у меня нету никакого спонсора. Если вы знаете какие-нибудь контакты или выйдите на меня, давайте работать. Стрим будет завтра, ранним утром, на Твиче. Все ссылки в описании. Буду рад вас видеть. Вместе будем сидеть, смотреть, комментить. Розыгрыши, гости, веселье, фестиваль Доты. Завтра будут какие-то бешеные анонсы. Может, вы еще успеете Аркану забрать бесплатную от Valve. Фестиваль невиданной щедрости, онлайн растет. Гейб обратился к игрокам, пригласил всех на International. Ну как не зайти и не поиграть? С вами был Денис ЛМ. Обнимаю, целую. Let's go!